Всем привет! Сегодня среда, а значит пора музыкальных новинок. Последний альбом Бориса Моисеева, скандальный релиз 21 Savage и Дрейка и старый новый хит от Guns Roses. Поехали! Я не могу тебя терять, и не могу тебя... Издательство All Star Music опубликовало последний студийный альбом Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз приурочен ко Дню памяти, 40 дней с момента, как не стала легендой российской эстрады. Life. 21 Savage и Drake выпустили долгожданный альбом Her Loss и вызвали общественный резонанс. Однако дело оказалось совсем не в релизе, а в его пиар-компании. Поддельные интервью, плагиат обложки знаменитого журнала и пародии на популярное шоу. Чем еще отличились артисты, читайте на Зайцев News. Главный хит американской хард-рок группы Guns N' Roses «November Rain» получил вторую жизнь. Перезаписанный трек уникален тем, что в его создании принял участие оркестр из 50 музыкантов. Селена Гомес выпустила трек «My Mind and Me» о своей борьбе с психическими расстройствами. Выход песни приурочен к премьере одноименного документального фильма певицы. На сегодня все. Увидимся ровно через неделю.